Желтые и красные розы на улице Старозагора расцвели еще десятки лет назад. Неспроста. Королевский цветок – это символ Болгарии, а сама фреска – символ дружбы между болгарской и самарской землей. Рассказать историю родного района в необычной форме – такой целью задались в местной школе искусств. Родилась идея квест-игры «Новые старозагорские игры». Постараемся вовлечь ребят в различные области, то есть, чтобы это не было только в виде вот таких вот как бы тестов, там дайте правильный ответ, а чтобы они и танцевали, и пели, и готовили. Проект разрабатывали с начала года, заручились поддержкой городских властей. Квест-игра вошла в план празднования 50-летнего юбилея улицы. Новые старозагорские игры придуманы специально для школьников и пройдут в несколько этапов. Проект у нас рассчитан на определенный срок, на несколько месяцев. И в каждый месяц будет несколько этапов заданий у ребят. И для того, чтобы получить допуск к следующему этапу, надо завершить задание, которое они получили. Финальный этап квест-игры пройдет в парке Гагарина, предположительно, в мае. Сейчас еще можно успеть записаться на участие. Регистрация завершается 11 марта. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.